шутку, пытаясь мужу что-то доказать. Он перебил меня одну минутку, ушел на кухню табуретку взять, принес ее, передо мной поставил, ладонью хлопнул сверху: «Залезай! Оратор должен быть на пьедестале!» И вежливо добавил: «Ты сказать мне что-то очень умное хотела?» А я, уже забыв, конечно, что, от возмущения чуть ли не ревела. Я умничаю, а ему смешно. Ах так, ну ладно. Я еще немного повыступала, став на табурет, и вдруг умолкла. И уже не строго ему сказала: «Знаешь что, мой свет, пойдем-ка лучше мы с тобой обедать». Муж озадачился, но есть пошел. И даже слезть помог мне с табурета. Жена одумалась: все хорошо. Но если честно, то совсем не это причиной стало кротости моей. Тогда в азарте, встав на табурете и заливаясь словно соловей, я в зеркало себя вдруг увидала. Вы правильно подумали. Увы, мы некрасивые, когда скандалим. Я больше не скандалю, солею. Thank you.